Всем привет! С вами по-прежнему Оксана Костин, и в этом видеоролике я хочу поделиться своими собственными мыслями, какую я проблему считаю самой вот такой глобальной при ведении, при построении бизнеса через интернет. В первую очередь, что пришло в мою голову, это, естественно, спам. Но спам тема такая, она очень сильно заезжена, и в данном видеоролике мне, если честно, не хочется ее приподнимать и очередной раз ее мусорить. В этом видеоролике я хочу поделиться именно о другой проблеме, которую сейчас я вам как раз вот и расскажу. Хочу сказать, что я соавтор марафона по контенту, и на сегодняшний день мы с Виктором Гоголем уже проводим третий поток, и мои участники марафона из первого, и со второго, и который поток идет сейчас, задают вот такой вопрос: Оксана, как построить бизнес? Когда я начинаю им рассказывать, что бизнес строится с фундамента, и начинаю объяснять именно те темы, те вопросы, которые как раз вот касаются данного фундамента. Что они мне это отвечают? Это понятно. Как построить бизнес? Хочу сказать, что мои знания в этом случае абсолютно бессильны. Давайте представим, что ваш бизнес – это дом. И вам нужно построить дом. Не бизнес, а возьмем дом. Вам нужно построить дом. С чего вы начнете? Хочу сказать, что дом вы начнете это с котлована. Вам нужно вырыть сначала котлован. Вам нужно сделать фундамент, хороший фундамент. И только после этого строить по кирпичикам ваш собственный дом. То же самое и в бизнесе. Если вы на голой земле начнете строить ваш бизнес по кирпичикам, как он есть, придут какие-то природные условия, и ваш бизнес просто-напросто слетит как пушинка, что в принципе у вас и сейчас и происходит. Поэтому самая важная проблема, которая при построении бизнеса в интернете, я считаю, что люди не умеют строить этот самый фундамент. Они знают, что он есть, что его нужно делать, но они не хотят его делать. Для своих собственных новичков вот эти вот азы я начинаю именно с фундамента. До тех пор, пока мой новичок не вырыт котлован, не построит тот самый фундамент, учить его строить бизнес я не буду. Если вы хотите научиться качеству построения своего собственного бизнеса, и если я вам подхожу как наставник, то в принципе стучитесь в личку, я обязательно с вами пообщаюсь, и если вы ко мне подойдете как партнер, как мой новичок, я обязательно вас возьму. Ну а с вами была Оксана Костина. Увидимся в следующем ролике.